навсегда замурованные пеплом. Меня зовут Максим Азаров, и я расскажу вам о самых крупных катастрофах в истории человечества. В августе 79 года нашей эры вулкан Везувий уничтожил города Помпеи, Геркуланум и Стабии. Население с ужасом наблюдало, как разрушались их жизни. Каждый час слой вулканического мусора под ногами увеличивался на 15 сантиметров, а из залетавшего в воздухе пепла было тяжело дышать. Большинство горожан быстро сориентировались и, собрав наиболее ценные вещи, покинули города. Погибли тысячи человек. Любопытно, что однажды в Помпеях побывал Аристотель. Его насторожила необычная гора, и он предположил, что это вулкан. Но опасений философа никто не услышал.